Здравствуйте, меня зовут Прокофьев Алексей. В тренинге БДР мне понравилось то, что все, о чем рассказывал Павел Колесов, работает. Я выполнял по возможности все задания, мне не надо было никуда ехать, я просто слушал касты. Выполняя задания, я решал свои проблемы, приближал реализацию своих желаний. Что-то получилось хуже, что-то лучше, но все получилось. После каждого опыта я испытывал радость. Новых фишек каждый день было много, плюс повторение фишек предыдущего дня, чтобы они встроились в жизнь и стали привычкой. Получилось, радуюсь. Радости было много. И это придавало энергии, силы и ускоряло результаты. Все 10 дней тренинга я жил радостно, так как рефлексировать не было некогда, я тупо делал. Вот три наиболее ценные и крупные для меня фишки, которые я внедрил и буду совершенствовать. Свой отдых надо планировать. Я отдыхаю, чтобы эффективно работать, а не работаю, чтобы отдыхать. Отдыхать надо раньше, чем устанешь. Отдых будет эффективен, если он будет содержать физическую активность, эмоциональное удовольствие, интеллектуальную составляющую. Вот простой пример. Если я выспался, да еще днем часик поспал, то я почти весь день буду в хорошей физической, интеллектуальной форме. А вот если нет, второе. Техника быстрого чтения. Она позволила мне прочитать такое количество книг, о котором я раньше и не помышлял. 30 книг за 10 дней. Раньше я мог прочитать 4-5 книг в месяц, и при этом степень усвоения материала у меня была выше, чем ранее. Это очень ценное качество, ценные конкурентные преимущества, отличный интеллектуальный тренинг и тема для разговора, так как с экспертом всегда приятно и интересно поговорить по интересующей теме. И третье, я получил эффективную технологию решения больших дел. Слонов, за которых раньше мне не хватало смелости взяться. Слишком большими и длительными они казались. За тренинг я научился работать с 5 слонами в день, то есть есть их по кусочку. Появилось ощущение движения в жизни в сторону нужных именно мне результатов и удовлетворения от прожитого дня. Почему я выбрал своим тренером Павла Борисовича Колесова? Ну, потому что я знаю его по тренингу с «Бычий меч» 2014, вебинаром «Как успеть все» и 12 причин хронической усталости. Он дает очень качественную и ценную информацию, которую можно превратить в навык, если пропустить через опыт. Многое из того, что он говорит на слуху, очень многое новое. А вот технологии у нас нет, а у него она есть, и он ею делится. И за это ему огромная благодарность. Насколько мне известно, больше таких тренингов никто и не предлагает. Я бы рекомендовал купить этот тренинг всем, кто хочет быстрее достигать результатов. Здесь математика простая. Чем быстрее достигаю нужного мне результата, тем больше их в единицу времени. Больше реализованных желаний – больше радости. Больше выполненных проектов – больше дохода. И при этом я полноценно отдыхаю, и у меня нет ощущения спешки. Ну, а кто сомневается в покупке тренинга, я вас понимаю. У меня тоже были сомнения. А точнее, я просто не ожидал, сколько я сделаю и как мне будет интересно и радостно. Я предлагаю купить этот тренинг. Есть опция возврата денег. Но вы ею не воспользуетесь, если выполните домашние задания хотя бы на уровне обычных людей. Тренинг очень сильный и классный.